Мое почтение, господа. Великолепный завод Хайзенберга. Да, я снова здесь, сынок. Я закупился новыми пульками. Новыми пулечками, хорошими. У меня теперь есть тайга. У меня теперь есть великолепный пистоль под названием Вайпер. И что еще? А, ну и все остальное у меня осталось так, как прежде. Мы на заводе. Куда идти? Сюда, по всей видимости, да? Да, дверь открывается. Погнали. Погнали разбираться с последним боссом этой игры, да, так скажем. Последний край. Идешь? Я не знаю, это Alien Isolation? Что это? Стрёмненько. Заметь, кстати, смотри, газ как, да? Вот газ, выпускается газ, и... То есть, если вы видите, расплывается изображение под... это просто шедевр. То, что здесь реализованы такие мелочи, а это мелочь, на которую надо обратить внимание. Я слышу кого-то, но не слышу где. Где я? Изучить. Какой-то запирающий механизм явно легко ломается. Порох здесь есть. Снова великолепный свет, который я уже нахваливаю всю игру. А ну тихо, блин. Открывайте их. Здорово, мужики! Как ваши дела? Не замахивайся на меня. Не замахивайся. А сайга явно поликремниевый череп. Сайга явно помощнее будет, да, походу? Тайга явно помощнее будет, чем мой тот дробаш. Мы ее качнем еще с вами, и вообще будет пушка. Волына петарда. Это можно что-то открыть, изучить. Нет электричества, я понял. Поэтому и лифт, где герцог, не работает. Надо электричество подать на завод. Как они здесь без электричества живут? Где я нахожусь? Здесь все что-то красное. Может быть, есть что-то, что я не вижу, да? Камешки какие-то. А, вон, собственно, бочка. Ага, ясно. Давай вниз. Угу. А, давай, давай, давай. Давай, мужики, бля, давай. Входите. Входите только по одному. Ну? А он что, откинулся сразу? Да ладно. Здорово, придурок. Да, они умирают. Одна пуля в голову хорошенькая, и они умирают. Я доволен. Я доволен своими покупками. Давай. Угу. Сюда. Реально, бункер такой, да? То есть состояние бункера, оно присутствует. Все синее, пошли, заходим. Денежка. Башка их. Великолепно. Обломки, спасибо. Тихо, 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 тихо. Где, где? С какой стороны? Это еще дверь? Изучить. А у меня нечего вставить. Это нужно что-то вставлять сюда. Углубление, можно вставить предмет. У меня его явно нет, я даже пытаться не буду. Тихо, тихо. В какой стороне? Где? Там? Коридорчик, да? Кровь такая, все такое оно. То есть, вот если я сфотографирую этот коридор, это будет крипота прям. Тихо. Что это? Сюда тоже что-то можно вставить. А, литейная машина, нужен шаблон. Я понял, здесь ключи можно отливать. Ключики. Это что? Масштаб положения. Это человеческий снимок, да, но почему внутри него какие-то иголки? Это вообще какая-то отсылка на Росомаху? Как Росомаху создавали? Эксперименты над людьми. Смотри, у него в 6, 7 и 8 позвонке 3 иголки вставлено. Или это не иголки, а шурупы? Стремно выглядит. Здесь то же самое. А здесь, получается, вместо сердца вставлен какой-то механизм с трубкой для подачи воздуха. А это место руки, по всей видимости. Я видел этих мужиков, которые ехали там. Я видел их уже. Здесь эксперименты над людьми, да, делают? А куда ж мне идти-то? Оттуда я пришел. Мне сюда, возможно? Заперто. Я понял. Давай тогда здесь. Мужики? А, их трое. Самое время для гранатки, я считаю. Ловите. Ваша. И вот еще одна. Этот выжил. Придурок. Отъехал.
это было вот это? А если нет электричества, каким образом вот эти жернова работают? Допустим, ладно. Порох. Нет электричества. Я пытаюсь... А как же ж мне? Мужчина? Вы хотите сказать, что этот джентльмен не очнется? А, вот этот чувак со снимков. Вон у него вместо руки это буровая машина. Вместо сердца у него вон эта хрень. Но он встанет, ладно. Он встанет. Одну секунду, у меня мина есть, блядь? Ты главное не дергайся, мужчина, не дергайся. Он сделал. Это он сделал? Возможно. Если что, если он не встанет, то я не я просто. А он подключен, я понял. Он подключен к электричеству. Он не работает, потому что электричества нет. Шаблон барельефа. А, это хрень, которую нужно вставить. Здесь больше ничего нет. И вот сейчас я выхожу, и он встает. Ну, естественно. Давай, счастливый путь. Бабах, блядь, сразу. Бум. Надо в сердце стрелять, да? Возможно, это было что-то сложное. Возможно, это был какой-то жесткий босс. Но он отъехал просто потому, что как только он очнулся, он вступил на неприятеля, понимаешь? А, шаблон барельефа. А, электричества все еще нет, да? Да, нету ничего. Пойдем вставим. Что это за хрень? Подожди. Сюжетная. Шаблон барельефа. Шаблон для отливки барельефа из чугуна. Барельеф это эта тема, да, я так понимаю? О, конский ключ, смотри. Конина. Реально конь. Барельеф это фигура. Ладно, пошли. Оп, тихо-тихо. Отмычечка? Да, отмычечка. Ты представляешь? Наконец-то пригодились. Что? Кварц. Денежка. Патронов бы лучше положили, понимаешь? Патроны в этой игре уже становятся каким-то раритетом. Так. Шаблон барельефа сюда. И чё, и он поедет? А, это уже считается, получается... это уже считается схемой для отливки. Вот, наверное, для этой стены. Да, вон, поехало. Угу, залилось. Сейчас ко мне приедет готовое изделие. Да, барельеф с лошадью. Забрали. Это полезная вещь. Это полезная вещь. И сюда вставили. Отворяйте. А здесь и нет никого. Угу. Я слышу их. Жив остался. Он один здесь был. Друзей не прихватил с собой? Чё это за хуйня? А, это механизм мотается, ладно. Заперто. Еще отмычка, пожалуйста. Все отмычки в мире я собрал, чтобы сюда прийти. Это что за дверь? Это дверь с лошадью, да? Это дверь с лошадью, которая ведет, наверное, к самому Гайзенбергу. Ладно. О, для Ревика патроны, для револьвера. О, выбрать. Зачехли их сразу все сюда, чтобы, если что, я сразу выбрал. И это. Давай проверим вообще, как я себя чувствую. Но я везде нормально, я везде в порядке. Единственное, дробовик кончается. Но я сделаю себе патроны прямо сейчас, кстати, я этим займусь. Патрики, да. Хотя бы три. Давай хотя бы три, чтобы была полная обойма. Есть. Спустились. Посмотрели вниз, осмотрелись. Я бьюсь об заклад, что вот эту хуйню можно сломать. Да, можно. Тогда и эту можно. А там вон дальше вообще какая-то большая хрень. Возможно, это даже не отсюда нужно было делать. Но я типа жесткий. Здесь пацаны ходят, да? Да, вон они.
сука, патроны трачу. Так, мужики. Давайте без этого. Угу. Идете, да? Тебе сразу первую пулю, да? А ты еще и жив остался. Подожди, гранатку возьму, гранатку. Господа, вы там собрались очень красиво. А гранаток-то больше у меня и нет. А гранатомет есть? Ловите. Ваша, блядь. Лучше одну пулю с гранатомета. Живы, блядь, хороняки! Ну ладно. Лучше потратить патроны на пистолет, чем... Дробовик. Дробовик — нужная вещь просто. Так, тихо. Куда идете, дебилы? Вы обойдите хотя бы денежку. Могу достать отсюда деньги. Она его ударит, да, я так понимаю? Смотри, да, она его ударила. Она ему не даст пройти, как и мне. Бум. Отъехал? Да, он умер. Да, слушай, если ему так хватило, то мне тоже, наверное. Мне стоит предостеречься. Давай выключим ее полностью. Деньги. Как это выключается? Ага, вижу. Блин. Надо присесть, может? Готово. Слушай, у Гайзенберга вообще своя атмосфера здесь, да? Он им что-то на голову какие-то пластины поставил. И контролирует их сознание, по всей видимости. Ну, при помощи вот этой вот темы. Вот здесь тоже газ, видишь? И расплывается картинка. Круто реализовано. Вот газ тоже поступает. Слушай, возможно, даже это не газ, просто испарения какие-то. Я просто при... Если... Ну, мне не изменяет память, когда газ заперто. Я не могу открыть здесь ничего? Нет, не могу. Это просто ящик. Туда можно только посмотреть. Там тиски. Да, мужики! Ебать! А сколько вас здесь? А у меня патронов не хватит на каждого. Мины есть? Угу. Три, блядь, у меня мины с собой. Конечно. Создание патронов, дробовик. Гранатку. Не-не-не, тратить патроны на... Тихо, тихо, тихо. Бля, он такой стрёмный, ты глянь на него. Ебать. Уходим. Опа, крест. Смотри, можно гранатку кинуть. А у меня ее нет. Что это такое? Резервный генератор. Надо перезапускать, да? Кнопка красная. А, нет, это не кнопка. Если они все очнутся, мне просто борода. Их очень много. Это мне кажется, сильные противники. Это не ящик? Нет. Че? Походу, там парень сошел с петель. Они еще подвешены здесь. В этих лунках сидят, лузах. Порох. Да, будет бойня. Это я не могу сделать. Пошли возвращаться тогда, ладно. Оп, тихо, ящик. О, мина одна. Закрыть. Все еще красная тема. И там даже нарисовано, что мне нужно взорвать будет. Пойдем взорвем. Есть у меня гранатка-то? А я могу не гранаткой, могу... Нет, гранаткой лучше. Сука, ну я потрачу, получается, по один порох и эту. Блин. Насрать, ладно. Давай гранату возьмем. Пошли ту стену взорвем. Угу. Пацанов там нет. Что здесь? Патрики. Для дробовика. Запчасть цилиндр. Что за запчасть? Для чего она? Сокровище. Это продать нужно.
А, сочетаемое. Что-то было прикреплено к ней. Стальная деталь. Ну да, классно. Ладно. Здесь все? Да, здесь все. Но ее не сюда, да? Это не здесь. Эф, нужна шестерня. Нет у меня шестерни. Пошли отсюда. Наверх тогда поднимаемся. Мне не страшно, а тревожно, что мне не хватит патронов на всех. Потому что враги достаточно... Как это называется? Враги достаточно понятные. Их просто много. Они активные. Единственное, на что я... Шестерни... А, шестерни. Надо еще и шестерню отлить. А вот это вот нельзя просто взять и понести туда. Они, видимо, сломанные, да? Открыть. Шорткат, отлично. Это что? Механический боец-солдат версия 1.0. Взял труп взрослого мужчины. Удалил сердце и вставил каду. Это вот этот вот личинка. Успешная стимуляция мышц электрошоком. Мозг мертв, поэтому он лишен разума. Ходит, повинуясь инстинкту разрушения, а потом останавливается. Механический боец-солдат, версия 1.0.1. Прикрепил оголовье к черепу. С электродов считываются стабильные мозговые волны. Первый эксперимент. Бой с оборотнем. Разобран на части и съеден за 3 минуты. Поражающая способность и убойная сила недостаточные. Это эксперименты этого Гайзенберга над людьми. Механический боец-солдат, версия 1.1.0. Заменил нижнюю часть руки буром. Да, вот. Ага. Недостаточно энергии для эффективной маневренности. Может взять живое тело? Угу. Солдат версия 1.15. Установил каду реактор в грудь. Запас энергии гораздо больше. Второй эксперимент. Бой с оборотнем. Убил 3 оборотней за 1 минуту. Хороший результат, но непрочный реактор. Отключается, если уничтожить реактор. Чем я, собственно говоря, и занимался. То есть, если в реактор выстрелить, он просто падает на колени. Я здесь что-то не взял. Карта фабрики, нижние этажи. Спасибо. Посмотреть карту, порох. Теперь все. Так, мне нужно отсюда сваливать. И мне нужно сваливать, получается, в литейную. Мне вот сюда. Мне в литейную. В литейную я могу пройти вот через этот вот... Вот через эту... Через вот так могу пройти в литейную? А, ну да. По идее, мог бы. Пойдем. Блять, он встал. Он встал. Он встал. Промазал. Я промазал. Ударь. Ну, давай. Бам, блять. А ну еще разочек. Да ты заебал. Кончайся уже. Ебать. На, ебать. Жирный ублюдок какой, да, попался? По здоровью вообще болты остались. Лей руку. Хреново. Я думал, он прямо передо мной умрет. Теперь открыто. Так, литейная с этой стороны. Это было близко, кстати, очень. Изучить. Шаблон шестерни, давай. Потом вернемся туда, шестерню вставим. И у нас будет электричество, я так понимаю. Это резервный генератор, который нужно будет перезапустить. Оп. Расплавленное железо. Большая шестерня. Пригодится, да. Обратно, я думаю. А здесь можно открыть что-то? Ящичек? Нельзя. Единственная кликабельная тема — это литейная, да? Получается, литейный цех. Здесь больше ничего нельзя взять. Я, может, что-то упустил? Ага, реагент. Теперь синяя? Нет, не все еще не синяя. Наверху есть что-то? Камни какие-то, может, еще что-то такое, знаешь. Что я мог здесь пропустить? Это уже не важно. Так, мне нужно вернуться вот сюда. Через вот этот коридор, получается, да? Давай. Я правильно пошел? Да. Так, электричества все еще нет. Я могу через эту дверь пройти. Я неправильно пошел. Добрый вечер. Я неправильно пошел. Эта дверь не откроется мне сейчас.
Электричества нет. Надо было идти просто в обратную сторону. Через ту дверь, которую я открыл. Мансы начинаются снова. Я на этом заводе, мне кажется, долго еще. Ну, долго будем здесь сидеть. Так, а кто из вас встал, блядь? Можно объяснить мне? Вот этот вот, что ли? Подожди. Какой-то из них встал. Первый или последний? Здесь был человек? Вот здесь. Если они сейчас опять очнутся, вообще, я не переживу этого. Так, шестерня. Давай, давай. Угу. Рукоять, большая шестерня. Нажимаем на кнопку, рубильник. Электричество на заводе теперь есть. Поехали, мужики. О, Итан, какое разочарование. Я мечтал, что мы объединимся против этой сучары Миранды. Я очень, очень разочарован. Что за хуйня? Здорово, сынок! Она похитила меня. Марк! Сделала своими детьми. Заперла нас в деревне. Он защищает, видишь, генератор свой. Мы прислуживали ей десятки лет. Ты хоть понимаешь, Итан, насколько это унизительно? Я не такой. Я хочу освободиться от этой сучары. Мне нужна сила. Достаточно силы, чтобы уничтожить ее. Я не помощник в этом плане, чувак. Вот плоды моих стараний. Да я уже вижу, да. Сильные уничтожат слабых. Угу. Так устроен наш мир. Ряда отверг мое предложение, Итан. Ну и урод. Ты куда идешь? Ладно. Где я? Надо вернуться, блядь. Здесь вот... Он вернется же, да, сюда? Эй. По лестнице поднимается где-то здесь. Придурок. Куда он пошел? Привет. Он защищает, видишь, рукой. Он защищает свою эту штуку. Блять. Падай. Они не очень опасные, потому что неповоротливы. Он, наверное, вот отсюда слез. Вот с этого. Они не очень опасны. Это что за херня? Они неповоротливые, не очень опасные, но вот когда они защищают свой генератор рукой, вот это становится не очень приятно. 9 пуль на дробаш. С дробовика отлетают на раз-два. Блять, сучара, слез! Как я испугался тебя, ну сука! Ладно, меня должны были встрепенуть немножко. Давай, ударь меня. Вот сейчас, да, вот нужно... Нужно просто выцеливать их, выцеливать. Как бы их только снизу... Хорошо. Он иногда устает просто руку держать. Вот, вот так вот, да. Тихо, тихо, тихо. Ждем, ждем, ждем. А, он закрылся. Угу. Как тевтонский рыцарь. Налево. Мимо, сука! Бежать, бежать, бежать! Хорошо. Лопайся, блин. Отлично. С них деньги падают, но на эти деньги я не куплю столько патронов, понимаешь? Мне же не продает он их. Он же не продает столько. Я столько трачу, просто пиздец. И мне кажется, что чем дальше я иду, тем больше нужно будет тратить. Швахнул сразу две, блядь.
Машина просто. Машина, Итан. Давай, выпускай. Выпускайте бычка. Где я нахожусь вообще? Здесь я что-то не собрал, кстати. Давай вернемся. Мне сейчас вообще каждый реагент, каждая маленькая пиздюшка, она прям реально важна мне. Ага, ящик. Порох вижу. Еще что-то. А, это просто закрыть ящик. Тоже мне. Да, теперь все. Что за дверь? Могу зайти. Патроны на снайперскую винтовку лежат, вижу. Бери, аж 5 штук. И ящичек. Тоже мне. Здесь тоже чисто. Нет, не чисто. О! Прямо сразу в глаза бросилось. Что это? Большой кристалл, благодарствую. Теперь синяя? Да, теперь синяя. Перезаряжаемся и уходим. Достаточно серьезен я немножечко, Потому что, походу, шуткам, здесь не быть, на этом заводе. Здесь что-то как-то все... Много врагов, мало патронов. Враги жесткие, сразу жирные какие-то идут. Они еще появляются так? Блять. Пацаны, подождите, у меня есть кое-что для вас. Вы что, реально не откинули, блядь? Я стараюсь быть максимально этим. Как это называется? Ну, не конструктивным, а максимально выверенные движения делать. Идеальные, можно сказать. Чтобы не тратить много патричей. Здесь вот мужики сидели наверняка, да, в этих клетках. Открывай ящик. Мина. Мина — это хорошо. Ощущаю себя в каком-то думе. В медленном. Медленный дум такой, знаешь, когда ходишь по лабиринтам, по этим. Очень темно, единственное, вот эти вот неоновые лампы меня спасают. Фу. И мой кошачий взгляд. С двумя, нихуя ты? А где у тебя генератор тут? Мне минуты не зря дали, да? И чё? А, он просто садится на колено, ясно. Мне интересно. Пиздец. У него на жопе, наверное, да, эта хрень? Какой ты стрёмный, пиздец. Ух. Он застыл. Нет, не застыл. Ты же один здесь, да? Это босс? Мини-босс. Он еще так медленно идет, сучара. Блять, не сработало. Я думал, сработает. А ну, а ну, а ну. Да, сзади, я вижу, светится. У него сзади эта хуйня. Бля. Четыре патрона всего на дробовике. Идешь? Иди. А можно я просто убегу от тебя? Ящик. Ящик, блять, открывай, быстрее патроны. Могу здесь спрыгнуть? Должен смочь. Да, есть. Хорошо. А ты где? Мудила. Где он? Не понимаю. А, он назад идет, смотри, он спускается просто пешком. Ясно. Иди, иди сюда. Не сработало. Это на него не сработало. Блять, он не поворачивается. Ты заебал. Бесполезно, что ли?
Достал меня все-таки, сука. Достал ты меня все-таки, сучар. О, застыл. Лови подачу. Большое кристальное сердце. Неприятный тип. Нехороший человек. Тихо. На дробовик патроны, пожалуйста. Я мог, мне кажется, просто от него свалить. Хотя это не по-мужски было бы. Да? Так, здесь я забрал. Здесь все синее. Я мог, по идее, вот сюда вот пробежать просто. Убегать от него. А, здесь ножом. Здесь ножом надо было бы шваркнуть, да, это все. Еще одного дадите мне такого же. Мне кажется, у них... Мне кажется, они модернизироваться сейчас будут. Чем дальше я буду проходить, тем хуже мне будет становиться. Надо на кнопку нажать, я думаю. Вот здесь вот. А вот они едут. Прикинь, сколько их. И все они живут. Я не представляю, что мне здесь придется пережить. Ладно, давай нажимаем. А вниз почему я не пошел? Вот сюда. Приехала. Спрыгнет кто-нибудь сразу, резко. Ну, давайте. Ублюдки. Я всех уважу, блядь. Тех и каждого. Здесь ничего нет, что ли? Дверь есть. Здесь пусто, да, реально, синяя комната. Здесь нихера не будет. А, это литейная. Офигеть, шорткат получается. Ключ Димитреску, фото. Ключ. Так, а я ничего не нашел, подожди, я ж не нашел больше ничего. Я шестерню только сделал и все. Давай возвращаемся обратно. Это литейная. Теперь я могу бегать здесь, я понял, где я. Ага. Я опустил себе эту тему. С той стороны, я включил электричество и теперь могу вот здесь пробежать. Это литейная все еще. И это все еще первый этаж получается, да? Или это нижние этажи? Да. Не, сюда явно. Порох вижу. Угу. Тихо. Блять, опять здесь эта тема. Опять мне с ними мансить. Он уже где-то есть. Вот он идет. А, иди сюда просто. Стреляй, блядь. Хорошо. Вот я сейчас ощутил на себе, что такое... скорострельность оружия. То есть возможность быстро выстреливать. И перечехлять. Угу. Здесь больше ничего нет, что ли? Да, синее все. Так. Бля, мужики с буровой хуйни. Опять ты? Бля, здесь заперто было! Давай. Долби сюда. Долби. Такой завод. Ёб, я не представляю, что будет, если они все оживут. Что это такое? Предохранитель? А. А, это лифт я вызываю на второй этаж себе. Да, это лифт. Я понял, сейчас герцог сюда приедет, да? Да, привет. Входите, Здорово, входите. У меня всегда есть новинки. Я понял тебя, дружище. Сейф, пожалуйста. Как желается. Здорово. Я понял, что мне нужно делать теперь. Нужно двигаться наверх вместе с этим... Герцогом. Кристальное сердце 5 штук. Большое кристальное сердце. Запчасть цилиндра я тебе не отдам. 77 тысяч. И мои 43 тысячи лей. На. 120. Оружейное. Качено. Вот здесь могу прокачать. Давай.
80 тысяч револьвер на 2300. Не получится. Не получится. Все. Мне больше ничего не интересно, кроме боеприпасов. 100 тысяч. 100 тысяч, выберите, что купить. Боеприпасы. Это ведь он даже не даст мне эти пули. Он даст мне модуль для особого револьвера, увеличивает боезапас. Но там 0 пуль в нем внутри. И пули он тоже не продает. Нет задачи важнее, чем добыча. До новых. Угу, давай. Пуль нет. Не продает пули. Я думал, я буду вызывать его на этаж, если, да, в таком случае он будет на каждом этаже продавать заново патроны. Мразь ты какая, а? Пошли. Нехороший человек, герцог. Нехороший человек. Погнали дальше. Путь будет долгим. Адским. Они вон на такое-то еще колесе на обозрение катаются. Осматривают город, ребята. Но выглядит это вообще не очень. Можно прицелиться? Не, это бесполезные штуки. Это просто фонарики. Это просто фонари, да. Пошли. Фух. Так, я вроде это. Освоился немножко, да, уже? Могу туда перепрыгнуть? Только через эту штуку, да, получается? Ну, давай. Патронов бы, патриков бы побольше. Чуть-чуть больше патриков, и я бы не так это. Но это, резидент не был бы резидентом, если бы здесь не было постоянного дефицита, понимаешь, чего бы то ни было. Могу я сделать себе награду? Нет, не могу. Очень жаль. Куда могу идти, да? А, нет, здесь тупик. Миранда считает, что мы просто дети. При этом ей совершенно нет дела до нас. Она давно утратила всю человечность. Я должен уничтожить ее. Мне посрать на ваши семейные разборки. Ноль. Ноль патронов. Имею. Мне посрать на ваши семейные разборки. Здесь ничего нет. Куча всего и больше ничего. Угу. Пошли. Я просто как боевая машина какая-то стал, понимаешь? Я использую весь свой боевой какой-то арсенал, чтобы пройти дальше. Все полностью просто идет в ход. В ход идет все абсолютно. Мужиков вижу. Которые что-то там делают. Добывают руду, по всей видимости. Да, видишь, он добывает что-то из этого. Он их заставляет здесь работать, прикинь. Он еще один, кстати. Братишка. Одну минутку. Бам, въебало прям. Упал. Идете? Да, он пошел. А, если он, ты не один, я понял. На тебе тоже подарок. И тебе. О, насквозь прошил. Двоих. Я не знал, что так можно. Насквозь двоих прошел. Ржавые обломки. Благодарствую. Камешек. А большого засунуть сюда сразу после маленьких? Что это? Отмычечка. Классно. Куда мне их только применять? Здесь не все еще собрал, но, наверное, дальше еще что-то будет в тоннеле. Да? В тоннеле еще что-нибудь будет. Напряженно. Напряженно. Постоянный дефицит. 6 на 8, прикинь, в пистолете. Дробовик пустой. У меня осталось только снайперка и пистолет. Гранаты есть в целом. Угу. Где я? Давай вниз спускаться, да? Я там что-то не собрал, кстати, да, до сих пор. Ладно. Я думаю, что я буду возвращаться еще не один раз. Что-то лежит. И много, кстати, смотри. Раз, два, три. Три предмета. Отсюда я не дотягиваюсь, не получается. Гранатка есть какая-нибудь? Да, одна есть. Даже две. Ладно. Держи. Все продадим. Герцогу. Но мне не нужны бабки, блядь. Мне нужны патроны, сука. Вот я потратил сейчас гранату, которую мог бы разнести как минимум троих-четверых людей. Но я, блядь, хожу сюда, и это вот ловушка, знаешь, в какой-то степени. Ты
тратишь то, что не стоит. Вот это не стоит того. Зачем я взял эту пушку, если в ней нет патронов? Бери хотя бы это. Что это за хуйня? Ну, допустим. Я что-то хорошее сделал, наверное, да? Но его явно нужно остановить. Он там что-то измельчает. Пошли, ладно. О, в центре. Подожди. Угу. Это мое. Спасибо. Напряженная обстановка, она напряженная. Я напрягаюсь прям. С той стороны я не пройду, там нет ничего. Пошли подниматься наверх тогда. Динь-динь-динь-динь. Прилетел? Ты сюда прилетел? Гранатомет возьми, где он у меня? Еще один? Так, и не один, ебать. Здесь их дохуя будет, походу. Двое! И они летуны какие-то! На! И гранату вам туда. За сандалию еще. Лови. О! О, меня обошли! Меня обошли. Я в тупике. Я в жопе, блядь, господа. Я в жопе. В полной, блядь, жопе. Я просто в полной жопе сейчас. Здесь я не могу пройти там. Никак. Пистолет бери, похуй, бежим. Я руками останавливаю. Да ебать, он крутит меня. Лей руку. Второй, бля. Второй, мразь. Уйдите нахуй. Хорошо. Состояние, я в порядке. Мина. А, он летает. Они летают, видишь, что делают, суки. И вторую сюда мину поставлю. Оп, подорвался парень. Блять, какой стрём. Я не понимаю, что с ними делать пока что. Деньги. Я просто побегу наверх. Бля, ублюдки. Я промазал. Да, блядь, как вас обезглавить-то? Они меня пытаются обойти, видишь, что делают? Ох, блядь. Че за хрень? Почему они такие стрёмные? Ладно. Я думаю, что на режиме hard mode это вообще просто какие-то непроходимые типы, которых надо, я не знаю, не убивать, а просто бегать от них. Оружия нет, ничего нет. Дробовик пустой. 8 пуль здесь. Снайперская винтовка спасла меня. Я же остановил там все. Вот этот вот горит, походу. Вот здесь вот я не выстрелил вот тут. А я еще и не вижу, как там стрелять. Во. Угу. Теперь можно туда залезть. Отлично. Ой, я припотел, конечно, да. Да, это похоже на какую-то арену. Мне это не нравится. Патронов дайте, блядь.
хоть чуть. Какие деньги? Какие леи? Мне не нужны леи. Мне нужны патроны. Так, вот там. Оттуда явно такой раз, босс сюда спрыгивает, и мы здесь с ним. Это вот не иначе, как арена. Здесь ничего нету. Можно подышать немножко хотя бы? Что это? Карта фабрики верхние этажи. Класс. Патроны, сука! Реагент. Улучшение солдата. Реактивная тяга. Прицепил к солдату реактивный ранец и головные стабилизаторы. Маневренность серьезно повысилась. Опыты выявили ограниченную способность к полету. Расстояние полета небольшое, зато теперь может преодолеть труднопроходимую местность. А я говорю, модернизирует их. Улучшенный солдат, бронесолдат. Установил пластину из алюминиевого сплава, чтобы защитить грудной реактор и открытые участки тела. Опыты показали, что он неуязвим к обычному огнестрельному оружию. Броня ломается от сильных залпов. Надо продолжать разработку. Блять. Вот этот мужик. Фотографии его, видишь? Летающий, блядь. С двумя этими буровыми штуками в руках. Очень опасные ублюдки, если честно. Это я могу взять, да? Да, толкать. Все, что желтым скотчем помечено, можно толкать. И куда я полезу? В, походу, какую-то запертую комнату. Это секретик? Подожди, еще раз. Наверное, да. Порох, отлично. Это что? Шаблон шара. Шаблон шара? Шарика, в смысле? Патроны для пистолета. 30 штук аж. Ну, против мелких ублюдков подойдет. Против больших нет. Здесь все? Здесь все. Полезли обратно. Шаблон шара? Можно шарик себе отлить. Я, по-моему, один лабиринт не прошел. Одну загадку с лабиринтом, по-моему, я не сделал. Не помню, правда, где это. Мне вот наверх туда. А, там уже что-то запустилось, да, походу? Угу. А в смысле, а почему ты заново... Быстрее. Чуть не усёрся. Где я? Далековато. Там арена, да? Ну-ка сюда вернусь, подожди. Нет, стоп. Нет, дальше это сюда. Тогда сюда вернусь. О, камешек. Спасибо. Здесь ничего нет с этой стороны? Нет, как будто бы нет. Здесь что? Обломки. Еще обломки. Патроны, блядь. О, козлик! И где я нахожусь? Нет карты. За пределами естества просто какого-то. Что-то не все еще взял здесь, в этом коридоре. Пошли отсюда. Напряженная обстановка в этом. Меня бесит то, что я не могу себе позволить там стрелять столько, сколько я хочу. Ну, потому что нету столько падриков. Очень мало всего. На дробовик до сих пор нету. Я могу, наверное, сделать их только, да? Вот, давай, раз. Два. Ну вот, 6 патронов уже. Хоть что-то. Угу. Я должен прыгать? По всей видимости, да. Так. Зеленая ручка. Угу. Лестницу вижу. А если я дальше пройду? А он дальше не идет. Все, здесь заперто. Угу. Игра не дает мне проиграть. Ладно. Полезли. Угу. Слушай, на заводе, получается, мне кажется, я проведу столько же времени, сколько в замке Димитриеску. Типа, знаешь, там, три часа минимум геймплея, если неспешно здесь. Кнопка? Не кнопка, это ничего не значит. Здесь больше ничего нет. Все, да, все.
уезжаем. Куда Совсем уезжаем? Скоро Миран начнет церемонию с твоей розой. Угу. Если это произойдет, всем конец. Твоему ребенку и всей деревне. Но не волнуйся, я ей помешаю. Я убью Миранду с помощью розы. Бедный папаша. Похоже, ты один до сих пор не понимаешь, как сильна твоя дочь. Хочешь забрать розу? Попробуй. Бедный папаша. Да нет, я понимаю, что она сильна. Я уже, в принципе, осознал, что Роза — это что-то наподобие, короче, Эвелины в седьмой части, что Роза — это тоже биологическое... Шаблон ключа. Да, что Роза отчасти — это тоже биологическое оружие. Я это осознал, реально. Я это уже понял. Я понимаю, что Роза примерно по своим естествам, так скажем, не отличается от, от Эвелины из седьмой части. Еще... Что еще? Что еще? Где я вообще нахожусь? Я очень далеко забрался. Господа, очень далеко. А, лифт, слава богу, бля, герцог, мое почтение. Привези мне патроны, сука, со второго этажа. Какая ты мразь. Привези мне патроны. А, ключ, изучить. А у меня нет ключа. Но у меня есть зато отливка для ключа есть. Я могу отлить ключ. Давай, ладно. Привезем его сюда, а потом на лифте съездим, получается, в Литейную. Нужно будет делать ключ. Герцог, патроны, пожалуйста. Герцог, патроны. Мне больше ничего не нужно. Мне нужны патроны. Я куплю у тебя все. Привези мне обновление. Привет. Ну чего ты? Давай. Ах да. Патроны, сука. Боеприпасы. Ну почему у тебя ничего нет? Кошелек герцога. Большой кристалл. Это все забери себе. Вивианит забирай. Желтый кварц забирай. Аж две штуки за десятку. Большое кристальное сердце. Две штуки за 9000. Запчасть цилиндр не отдам. Я соберу из этого что-то. Я, правда, не знаю пока что. Странная хрень. 52 тысячи. 90 имею. 90 тысяч. 90 тысяч. Могу ли я что-то прокачать? Могу за 80 тысяч качнуть урон на револьвер. На 2300. Сколько пуль я имею на револьвере? Мне не терпится увидеть ваши новые находки. Три пули, чтобы выпустить их с максимальным дэмэджем. Нет, позже. Это позже. Так, у нас есть, у нас получается есть эти. У нас получается есть сокровище сюжетное. Вот. Шаблон ключа. Это конский ключ, да? А ну посмотри. Да, я думаю, что это ключ от двери с кониной. А, да, вот там и вижу я эту конину. А еще есть шаблон шара. Что за шар, только не понимаю. Но, наверное, это шарик, он маленький, видишь? Это шарик, походу, для последней этой, последней загадки. Лабиринт. Ладно. Какой это этаж? Мне ехать нужно будет вниз, получается, да? Мне ехать нужно вниз в Литейную. Литейная, по-моему, на первом этаже. Да не по-моему, а точно на первом этаже. Там наверняка новые враги, блядь, и новые испытания. Блин, очень напряжно стало. Патронов мало. Мало патронов. Я в целом справляюсь со всеми, но меня прям изничтожает, что стало прям... Становится как... Это стало прям дефицитом. Я очень много потратил патронов, мне кажется, на боссов, на мини-боссов, которые были в поле, которые были... Которые охраняли несколько этих... Несколько реликвий. Есть ощущение, что это нужно было делать позже. Чуть-чуть. Ну да ладно. Господа, Resident Evil Village. Мы все еще на заводе Гайзенберга. Самого Гайзенберга еще не видели, но я думаю... Что за этой дверью он и есть. Это, я думаю, что это последняя дверь. И там нас ждет босс-файт. Ну, может быть, еще какой-нибудь сюжетный твист и босс-файт. Но прежде чем туда войти, мне нужно будет еще сбегать на первый этаж, отлить ключ, отлить шар, сразиться с боссом. Нам предстоят какие-то, немыслимые вещи. Господа, спасибо, что были со мной. Спасибо, что смотрите. Resident Evil Village. Всем пока.